сегодня день рождения. Идемте со мной. Пугается или нет, я думала, что это будет неожиданно. Есть паук! Ничего страшного. Тау-тау-тау-тау. Бу. Да я человек-паук, ваш любимый друг. Что жарко в этом костюме. Убегай, паучила! Можно я тебе сделаю подарок? Да. Потому что сегодня, представляешь, обычно подарок долго-долго ждут. Но сегодня мы решили подарить тебе подарок прям сразу. Открывай. Держи. Стойте, мне надо, чтобы они не улетали. Хочешь их оставить, потом забрать? Да, домой. Или чтобы они летали здесь? Домой хочу. Домой? Лучше строить здесь тропический лес и выпустить их прямо здесь. Пойдем на улицу, сходим, посмотрим, что там. Нет, сейчас. Ну ладно, давай здесь все обсмотрим, да, ты права, давай со всеми пообнимаемся, ты всех потрогаем. Да. Держись. А, да. Моя жизнь им целовалась. Очень. Я бы забрала, только если бы мама решила. Это не самая хорошая идея была! Ребят, пожалуйста, давайте уберем. Пожалуйста, могу попросить убрать? Я, конечно, занимаюсь насекомыми, давай. Но не всех люблю. Да, это молодец. Это поцелуй на прощание. Молодец. А, набирай второго. Вот так, сажай. Все, давай. Молодец, все. Все нормально, он справится сам. Он очень самостоятельный палочник. Все, отлично. Все, вперед. Значит, сама, да нет? Нет, сама нельзя, вот только через эту штуку. План залезть в огромный аквариум со змеями. Поэтому сейчас нужен самый смелый человек, который готов пожертвовать своей рукой даже для выполнения этого задания. Я, кажется, да, 2, 3, 4, 15. Я хочу! О, это Майя, она уже изъявила желание. Так, мы закрываем глаза. Они меня не укусят? Может быть, а может и нет.
сейчас нам нужно пройти паутину и добраться до самого страшного паука. Ну что, готовы? Да. У вас 10 секунд, чтобы перебраться на следующую сторону. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И кто прошел? Теперь количество секунд уменьшается. Не боится пауков. Я. Кто не боится, поднимите руки. Ребятки, если будут резкие движения, он может укусить, поэтому очень ласково. Он может укусить. Погладим его кисточкой, чтобы он был так любезен и дал нам еще одну подсказку. Думаете, это все? Нет. Нужно залезть в аквариум со всякой нечистью. Сейчас будет самое сложное испытание. Я стараюсь. Руками ничего доставать не надо, потому что мы попытаемся справиться с помощью головы. Вот здесь внутри отверстие для головы. И сейчас, смотрите, вы, конечно же, думаете, а как я с помощью головы достану талисманы? Все очень просто. Вам будет дана обычная пластиковая ложка. Ну что, кто-то еще хочет быть первым? Мы не боимся, Не боимся. Ты видишь? Давайте поаплодируем громко, Майя, это просто... Друзья, давайте еще раз подарим аплодисменты нашей имениннице. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!